Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. Меня зовут Джонни. Мы с вами продолжаем проходить зомби-постапокалипсис в жизнь после Days Gone. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Так, найти Уивера, хорошо. О, зомбари. Кстати, можно попробовать их завалить. О'Брайен, ответь, я знаю, что ты на этом канале. Сан-Джон, я думал, больше тебя не услышу. Рация не работала? Я ее выключил. Слушай, мне нужна помощь. Я слушаю. Моя жена, та женщина, которую я искал. Я помню. Я ее нашел, О'Брайен. Она жива. Надо же, каковы шансы? Это сейчас не важно. Я ее нашел. Так, вопрос, как они пойдут? А почему другие? Еще один трофей. Так, они тут повсюду. Воу-воу-воу-воу-воу. Банши опять. Нахер пошло. Сраные фрики, горите! О'Брайен. О'Брайен, ответь. Я знаю, что ты на этом канале. Сан-Джон. Больше тебя не услышу. Рация не работала? Я ее выключил. Они пошли похавать. Мне нужна помощь. Я слушаю. Моя жена, та женщина, которую я искал. Я помню. Я ее нашел, О'Брайен. Она жива. Это невероятно. Надо же, каковы шансы? Это сейчас не важно. Я ее нашел, она жива. Но ее держат у себя ополченцы. Те, про которых ты говорил. Сочувствую. Да нахрена мне твое сочувствие? Мне... Так, где тут еще? Ну, они все, конечно, разбежались. Как бы, с другой стороны, может быть, это и нормально, а с другой стороны, это хреново. Потому что ты будешь искать их и повсюду. Вот и флаг. Ладно. Ну вот. Давай, иди сюда. О-о-о, неплохо. Давай, давай, давай! Оу! Давай. Неплохо.
слышишь? О, Брайан, и где ты, блин, пропадал? Я скинул тебе координаты. Встретимся там. Конец связи. О, Брайан. О, Брайан. О, друганы, друганы. Давай. О. Вот так. Так, хорошо. Не сюда. Да понял, я понял, я. Да некогда мне, видите. Так, где? А, здесь, да, хорошо. Ни хрена. Давай. Давай, давай, беги. Дикон, Дикон, Дикон. Нельзя, чтобы они меня задавили. Капрал Сан-Джон, ты мне нужен. Жду тебя в Diamond Lake. Да пошлю себя. Вас понял, я буду как смогу. Да, 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 да. Задолбали, блядь. То ни хрена ничего не дает никаких заданий. Типа, пошел в жопу. То, блин, давай тут сразу прям. Вау. Фигата. Шустрый. Шустрый. Тут ты заколебал, а? Придурок. Оу, крутой ты чел. Ногам. Блин. Так, давай-ка там у нас в мотоцикле есть патрончики. Возьмем патрончиков. Но Орду мы еще не завалили, потому что там еще не было такого. Так, сюда. Так, отлично. Погнали. Хорошая пушечка. По идее, они уже должны частями приходить сюда. Есть еще? Нет. А, погоди. Можно что-нибудь смастерить? Можно. Военное положение. Не оказывайте сопротивление сотрудникам.
сотрудникам мэра и полиции. Стойте в очереди, выполняйте приказы, продолжайте движение. Так, стоп. Так, это возьмем. Пригодится. Вот, вот он. Надеюсь, Уивер, дело того стоит. Где там? Вот здесь, ребята. Блюдок, а? Блюдок. Так, ну вроде как все. Ну точно. Ну конечно всех мы не завалили. В общем, они все равно шастают. Да, где тут? Огонь без предупреждения. Оставайтесь в обозначенных зонах. Если вы на машине, не покидайте ее. Если вы путешествуете в составе группы, не расходитесь. Если вам требуется медпомощь, возьмите желтую карточку в карантинной зоне. Медработник осмотрит вас при первой возможности. Так, а где какая группа тут куда-то шла? Ты куда побежал? И так бежит прям кому-то не на меня, она как-то обходит как будто. Блюдок. Они жракать пошли. Ладно, погнали. Черт, не видно их ни хрена. Так, можно переместиться на дату, да? Отдадим сейчас ему. Не говорите, Куивер. Ой, чуть не задаю. Да ладно, что, нельзя, что ли? Бред какой-то. Ну ладно, хоть недалеко. Эй! Привет, ну как дела? Все, что смог достать. Ого, и что тут у нас? О, чувак, ты просто спаситель. А то. Спасибо. А, еще что-то нужно? Уивер. Понял. Эй, капрал Сен-Джон, ты четкий чувак.
Ты на моей волне. Да, телек прикольный. Так, лишь бы выжить. Что у нас здесь? А что тут? Шпион анархистов? Лишь бы выжить. Приехать на встречу Брайан. А, я помню. Так, ну давай, наверное, сюда. Мы гоняем. А, у нас бензина нету. Окей, ладненько. Так, и этот, по-моему, что-то хотел, да? Работа... А, работа выполняется. Чуть с ним. Так, окей. Нам надо... Дик! Привет, капрал! Здорово. Привет, сержант. Дик! Капрал! Увидимся! Капрал Сент-Джон! Сержант, рад тебя видеть. Угу. Логичное решение. Я бы и сам так сделал, если бы кредиты были. Так, ну все. А, ладно. Капрал Сент-Джон, еще увидимся. Так, нам сюда. Ну, давай. Вообще отлично. Здесь тоже мощная орда, но тут намного больше, чем там. С ними потом разберемся. Нифига там кровище. Так, давай туда, где поближе. Так, пока. Вот это вполне похоже на болото. Посмотрим. А, черт, есть. Она была права. Крикуны. А, черт, зараженные вороны. Они не отстанут. Надо сжечь их гнезда. Цикута, ага, вижу. Так. Сюда. Но пока не нам не мешает, поэтому все ходит. И вот тут еще. Вон там. Цикута, цикута. Мне нужна цикута. Нужно еще. Так, и вон там где-то еще. Ё-моё, это сколько? Надо еще нарвать. Надо найти еще. Этого хватит. Все, что ли? Ладно. Раз все, так все. Ну там вот что-то непонятно. Так, обратно давай.
Открывайте! Хочешь попробовать? Давай, смелее. Спасибо, капрал. Надеюсь, вы были осторожны, оно токсично. Да, да, конечно, мэм. Слушай, у меня есть план, некогда объяснять. К следующему разу будь готова делать отсюда ноги, поняла? Капрал, я не сказала спасибо. Вольно, боец. Так, хорошо. Нам что-то еще за задание дали, да? А вот здесь еще. Им вообще все равно проехать к радиовышке в Apple Peak. Угу. А, вот здесь у нас. Давайте-ка сюда сгоняем. Посмотрим, что там какого-то хотел. Это свой! Пропустите его! Марш! 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 Шевели задницей! Думаешь, конничева, капрал Сан-Джон! На, он держит тебя. Молодец! Пока что все. Хорошо. Отлично. Отскары сама, капрал. Ты, конечно, маловато деньжат у нас. Мой пижонистый капрал. О, капрал Сан-Джон, как дела? Как жизнь? И чего это ты не стараешься? Почему ты еще не на финише? Какого черта? Капрал Сан-Джон, у меня для тебя срочное задание. Я, в общем, так и понял, когда вы меня вызвали, сэр. Пропал один из наших патрулей. Я отправил людей на поиски. Нашли всех, кроме одной. Рядовой Гомес, ясно. Она жива? Не знаю. Следы ведут в разные стороны. Нужен очень хороший следопыт, чтобы отправиться на место и все разузнать. Ладно, я сделаю, что смогу. Я на тебя рассчитываю. Выполняй. Окей. Братан, сейчас там посмотрим, марш, что у нас. Марш! Давай! Механик. Ты можешь механик быстрее! Капрал Моя Сан-Джон, что-то задумал, да? Привет. Блин, конечно, этого мало тоже. Характеристики. Так, что он пододвиганул? По полной. Еще пока уровень нужен, да? Так. Ага, просто обычный.
Death Stranding. Ясно. Третий уровень. Так, что у нас здесь все по максимуму. Блин, жалко. Лазутик нужен, конечно. Колеса, да. Колеса, конечно, нужны. Да, возьмем. Да, да, классная вещь. Да, я тоже так думаю, братан. Так, что у нас по тюнингу? Вроде так все. Ладно, значит, топливо. Да где мой эмоции? Во, уже я понимаю. Шевели задницы! Думаешь, так удрать от фриков? Да не хрена! Сержант! Давай, поднажми! Погнали! Есть! Иду, сержант! Мой пижонистый капрал! Как жизнь, Дик! Погоди, я сейчас! Так, далековато ехать. Лишь бы... Нет, погоди. А почему, зачем мне туда надо ехать? Так, та еще стычка, найти Гомес. Вот, Гомес надо найти надо. Так, тут рядом. Здесь мы не сможем сюда перейти. Можем отсюда. Как раз подъехать сюда. Так, ну это чтобы не тащиться просто. Самый идеальный вариант. Даже вот сюда, погоди, мы можем попасть. Нет? Нет, сюда нельзя. Давай сюда. Так будет проще. Так, как-нибудь нам... Блин, жалко, что так нельзя. Стоп. Что по карте показывает? Ага. А тут что? Один есть! Да, неплохо. Да, неплохо. Какой-то челик. Так, ладно, хер с ним. Погнали сюда. Тихо. Чую по запаху гнездо где-то рядом. Дебил. Это здесь. А, вот здесь Майк. Ладно, где? Байк, укрытие! Наверняка это Гомес. Следы, судя по размеру, женские. Она? Кровавый след. Да, это, наверное, ее. Так, что у нас? А, здесь. Ну, слушай, здесь прикольно. Да. Еще крой. Надеюсь, не только ее. Расходятся. Идут туда и сюда. Что
Мародер, черт. Так, чеканок нужен. Привет! Как дела? Что такое? Чего? Я знаю, что ты здесь! Так, теперь бы разобраться наверху там. Чувачком. Кто это? Здорово, чувак. Прям в задницу ему, да. Нормально так. Эй, как дела? Что? Он атакует? Не понял, что такое. Криков столько было еще. Не в этот слышишь? Раз! А-а-а. Не уйдет! Не уйдет! Да-да-да. Нифига тут жмуриков. Неплохо, неплохо. Ну, чувак, ты же сгоришь весь. Опа! Ничего себе. Черт, заряжаю, заряжаю! Ну, все. Я всех уложил. Так, неплохо. Прям в одних, в одном месте практически. Это можно что-нибудь пособрать. Так, и здесь вот еще, да? Ну, хорошо. Угу. Стоп. Так, здесь я не могу понять, где тут. Где-то здесь. Найти и спасти Гомос. Гомос. Случайно не пришил ее? Нет? Здесь тоже искали. Чё-то я не понял. Вообще прикол не понял.
Что-то я не пойму, где искать ты. Или тут, погоди, тут есть, наверное, этот туннельчик какой-нибудь. Надо там наверх, наверху посмотреть. Посмотрим. Да, вроде нет. Что-то не видно здесь ничего такого. Гомес, ты здесь? Я здесь! Сен-Джон! Я здесь! Помоги мне, я здесь! Сен-Джон, я здесь, а ты где? Погоди. Что-то не понял. А, вот. А что показывает вообще туда? Рад, что ты жива. Странно. Сен-Джон, я так как рада видеть твою кривую рожу. У тебя кровь-то еще осталась, хилячка? А то залила тут юшкой всю округу. Юшка-то не вся моя. Да она не дойдет. Сама доберешься? Байк твой стоит на месте. На вид убитый, но он ведь у тебя такой и был, небось. Не ссы, дам по газам пыль глотать будешь. Да-да. Это, Сен-Джон. Спасибо. Ага, вали уже давай. Так, хорошо. Просто не могу понять, почему было там вообще направление какое-то непонятное. Видимо, сбой навигатора. Так, ну это ладно. Это ладно. Канистра. Возьмем здесь случай. Зайти еще в этот домик. Здесь что-то дождь идет по шуму, блин. То, что надо. Хорошо. Так, хорошо. Так, давай-ка зайдем в домик, посмотрим. Так, что у нас тут все есть на мази? Угу. Так, окей. Стоп. Так, ну тут вроде больше ничего нету. Да. Так, куда он показывает? Сюда? Давай быстренько переход сделаем. Чё там вообще задание, не могу понять. Капитан Коури, это капрал Сен-Джон. Я нашел ее, сэр. Рядовая Гомес возвращается. Сен-Джон, молодец. Я еще попозже с вами свяжусь. Отбой. Так, что тут задание? Им вообще все равно. Так, подняться на вышку. Ага. Окей. Капитан Коури, это Сен-Джон. Хотел узнать, как там Гомес. Добралась ли? Да. Рядовая Гомес очень тебе благодарна. Говорит, если бы не ты, ее бы убили.
Делаю свою работу, капитан. Конец связи. Так, Дикон, Дикон. Бухарь, ты на связи? Вызываю лагерь Lost Lake. Дик, я рад тебя слышать, брат. Как жизнь? Да у меня все нормально, Бухарь. Нормально. Да? Гонишь. Сколько мы с тобой знакомы? Говори, в чем дело. Слушай, Сара, долго объяснять, но... В общем, она вступила в ополчение. Она хочет уехать со мной, но они... Они ее не отпускают. Они не дадут нам уехать. Чего-чего? Не отпускают? Господи, где ты? Слушай, я скажу Майку, Рике, соберем ребят, мы приедем к тебе, и мы их... Бухарь, нет. Ты не понимаешь, у них тут сотни бойцов, и они вооружены. Они взяли склады военных и нацгвардии, это такая сила. Да мне насрать, какая у них там сила, мы их... Да послушай ты меня. Нельзя, чтобы полковник, их лидер, узнал про Lost Lake. Он псих, больной на всю голову. Эти ополченцы нападают на всех, кто им попадется. На мадов, бродяг, лагерных, им вообще все равно. Охренеть. Слушай, я уже все придумал, разберусь. Просто, если со мной что случится, если ты меня больше не услышишь... Дик, я тебя знаю, ты все разрулишь. Ты заберешь Сару и увезешь оттуда. Ты понял? Да, Бухарь, я тебя понял. Ну вот, другое дело. Тебя плохо слышно, пропадаешь. Дик, Дик! Я понял тебя, брат. Понял. Конец связи. Так, что у нас еще на задание? По-моему, Брайана, да? Да. Так, а где шпион? Анархист, найти анархиста. Так, давай-ка сюда изгоняем к анархисту. Блин, как же долго он спускается, ё-моё, капец. Дикон, блин, можно побыстрее? Так, окей. Хоть недалеко. Попробуем как-нибудь здесь проехать. Если у нас никто не тронет. О, медвежоночек. С мотоциклом он управляется хорошо, был у нас одним из лучших. Если упустишь его, уже не поймаешь. Да? Это мы посмотрим. Конец связи. Так, что я здесь поставлю? Опа, дай-ка сюда на бутылочке. Ладно, посмотрим. Навык не растерял. Полковник, я его обнаружил. Ну что? Вряд ли ты так просто сдашься. Скотина! Мой байк! Ну чё ты? Эй, ты
козлина! Глуши свой байк! Попался! Вот жуткое зрелище. Вообще хана ему поделал. Он же горел вообще. Дико ты че? Как дела, приятель? Капитан, похоже, денек у тебя вышел сумбурный. Прямо как ты любишь, да? О, блин. Прикол. Живым ты меня не возьмешь. В общем, уже считай, взял. Хотя живым или нет, мне до лампочки. Чертовы анархисты. Полковник, я его взял. Передаю вам координаты. Паленый. Отлично, капрал. Не бросай меня здесь. Ты на себя посмотри. Не бросай меня. А, блин, даже стрелять не нельзя. Не смей меня тут бросать! Все, тут же твари. Фрики! Они же меня... Стой! Нет! Да мне без разницы, твои фрики. Так, что у нас здесь? А, ну все, в принципе, у нас по заданию только у Брайана. Так, и давайте-то на этом моменте мы закончим сегодняшнюю серию. Спасибо, ребята, за просмотр, за лайки, за вашу поддержку. Очень приятно от души. Увидимся с вами на следующем стриме. Всем пока-пока.